Выставка «Белорусы на защите Сталинграда» посвящена героям, которые своими подвигами написали эту великую страницу истории. Каждый из разделов экспозиции рассказывает об отдельном этапе битвы. Здесь расположены личные вещи, предметы обмундирования, награды и документы воинов. Экспонаты напоминают нам о тех, кто мужественно сражался и не отступил, отдал самое дорогое – свою жизнь ради великой победы. Это выставка в двух ее вариантах. Сейчас открывается одновременно в Музее Великой Отечественной войны города Минска, а также в выставочном зале мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». В числе экспонатов там присутствуют предметы обмундирования, личные вещи, копии личных документов, фотографии, плакаты, листовки, предметы личного пользования и инструменты советских военачальников, офицеров и бойцов. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей. В первые 4 месяца шли оборонительные бои на подступах к Сталинграду, а затем и в самом городе. Затем наступил переломный момент битвы. После контрнаступления советским воинам удалось окружить и ликвидировать 300-тысячную группировку фашистской армии. Победа в самой кровопролитной битве 20 века досталась советскому народу дорогой ценой. Она унесла 1,5 миллиона жизней. И сегодня со стендов выставочных залов на нас смотрят немые свидетели тех событий. Для нас, жителей, наверное, Беларуси, брестчан, очень важно еще раз напомнить нашим посетителям, что в годы Великой Отечественной войны мы защищали нашу землю совместными, что называется, усилиями. Майор юстиции, белорусский военный прокурор Матвей Островский после окончания Сталинградского сражения писал своим родителям: «Трудности у нас большие, и их надо терпеливо переживать. Война закончится, и мы снова заживем счастливо». Выставка – это живое подтверждение тому, что мы, современное поколение, не забыли те события, от которых сегодня нас отделяют 75 мирных лет. Мне, как экскурсоводу, безумно интересна тема Великой Отечественной войны, и этот музей наглядно показал те страдания наших защитников, и экспонаты, экскурсия, она была достаточно интересная. Я прониклась, даже несмотря на то, что я более молодого поколения, мне безумно было интересно. Мы должны помнить и чтить память всех погибших защитников Отечества, отвага белорусов, которые участвовали в Сталинградской битве, заставляет задуматься о многом. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, Новости БукТВ.